милиционера. Избирался он и депутатом Верховного Совета СССР. Возглавлял он в свое время и спортивный клуб ЦСКА. Сейчас он удачно руководит Федерацией лыжного спорта России. Ну, как говорится, в спорте, тем более в лыжах, не новичок. Анатолий Васильевич сохраняет четвертую позицию, но они все-таки по скорости, по чуть-чуть проигрывают Бьорну Дели. Бьорн Дели был 20-м на первой дистанции. В Соединенных Штатах Америки, если спортсмен не призер, они его просто не берут, даже если ты чемпион мира. Поэтому, если мы будем придерживаться того принципа, о котором ты говоришь, мы просто забудем. Ну вот Бьорн Дели на ваших экранах, он более месяца находился на высоте более 3000 метров. Готовится самостоятельно, позволила ему Федерация, Лыжная Федерация Норвегии, готовится самостоятельно.